Всем привет! В этом видео хочу сделать обзор на iPhone 6. Вот так выглядит коробка iPhone 6. Вот здесь нарисован iPhone. На задней стороне здесь написано, что этот iPhone на 16 гигабайтов. Вот. Давайте откроем коробку и посмотрим, что там есть. Здесь вот должен лежать iPhone, но он мне сейчас лежит тут в сторонке. Здесь идет такой платочек в комплект. Вот, потом здесь есть такая вот коробка. Сейчас берем всю сторону. Вот. Здесь вот сам должен лежать iPhone. Здесь есть даже отверстие для камеры. Вот. Это пластмассовая штука. Вот, убираем. Потом вот здесь. Все, расскажу, что тут лежит. Открывается здесь вот. Тут больше ничего нет. Вот там, в этой папочке, вот, должна лежать эта вот скрепка, или как там ее, не знаю, называется она. Вот, куда, как открывать отверстие для сим-карт. Ну, не сим-карты, но на сим. Вот. Тут идет такие вот наклейки с яблоками. Вот. Яблоко. Потом идет всякая инструкция про iPhone и это iPhone 6 Plus. Вот так он выглядит. И вот тут вот лежит наушники. Ой, блин, извините. Здесь зарядное устройство должно быть, а здесь шнур. Вот, но я уже его все вынула. Вот. Потом тут идут такие наушники. Вот. Так что о коробке мы все обсудили. Теперь о самом айфоне. Айфон у меня лежит в таком вот чехле. Вот, на задней стороне он такой. Это такой кожный чехол. Вот, и открывается здесь. Он на магните. В таком вот. Давайте я его сейчас сниму с чехла и вам все подробно расскажу. Вот такой вот чехол. Вот. Так, сейчас. Здесь пластмасса. Здесь такие вот кармашки еще в чехле. Тут очень удобно. Есть еще что-то, кошелек, кажется. Такой вот мини-кошелек. И ну, тут кармашки есть. Это пластик. Вот, давайте перейдем к самому айфону. Вот сам iPhone 6 Plus. Вот. Это, кажется, цвет Space Gray. Или обычный серебристый. Кажется, это Space Gray. Space Gray. Вот. Есть кнопка на Home. Вот. С левой стороны находится регулировка громкости. И выключение и включение звука. Вот регулировка громкости и включение и выключение звука. На внизу находится разъем для этих наушников, зарядное устройство и динамик. И с правой стороны находится включение телефона и наносим. Вот, знаете, вот так вот выглядит iPhone. Все думают, что вот эти полоски, они красивы, но это не смущает вообще. Вот здесь тоже написано iPhone и яблоко. Вот тут камера.
Мне кажется, камера изменилась. Или, не знаю, такая же. Вот. Ну, давайте его включим. Наверху ничего не находится. Он включается сбоку. Будем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Ну, 18 секунд, короче. Вот. Вот здесь разблокировка. Вот мы разблокировали iPhone. Вот внизу находятся особые такие приложения, которые я чаще всего использую. Это телефон, Mail и Safari. На этой страничке находятся сообщения, календарь, фото, камера, погода, часы, карта, видео, заметки, напоминания, акции, Game Center, киоск, iTunes Store, App Store, iBooks, здоровье, Facebook, настройки. На следующей странице находится FaceTime, калькулятор, подкасты и дополнения. В дополнениях находится компас, советы, диктофон и контакты. Потом здесь идет у меня Одноклассники, WhatsApp, Viber, ВКонтакте, Skype, Почта, Сбербанк, Music Deal, или как там, не знаю, Ivory и Photo College. Вот. Больше здесь нету никаких страниц. Вот. Так что, кому понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.